Последнее озарение состоит в том, что мы с моим молодым человеком готовились к поездке на Мальту. И вообще готовились к поездке. Думали, выбирали, куда бы нам поехать. И долго-долго думали, долго-долго выбирали, рассматривали различные варианты, искали курорты, искали различные отели. И в итоге выбрали Мальту. Нет, об этом мы не пожалеем. Но спустя, скажем, неделю после того, как мы уже оформили документы, все заплатили, мне приснился сон. Этот сон состоял из нескольких таких маленьких блочков, но по сути он показывал мне город, удивительный город. И в этом городе разворачивались определенные события, не имеет смысла какие, но я понимала, что это русский город. И вот я проснулась на следующее утро после этого сна и начала гуглить русские города. И я поняла, что, наверное, идеальное место для туристической поездки – это какой-нибудь, скажем так, Красноярск. Потому что там невероятной красоты находится, да, вот эта вот дамба. Или, например, какой-нибудь Новосибирск, где находится удивительное озеро Чаны, или Нефтьюганск, который похож на Нью-Йорк. Потом мы посмотрели просто цены на билеты в эти города и поняли, что нам не под силу. Моё озарение заключается в том, что, наверное, наша Россия такая большая, такая красивая, такая и абсолютно недоступная, хотя очень сильно хочется именно туда, но не на Мальту. И если бы была возможность туда поехать, наверное, бы поехала туда. Спасибо.